Супруга гвардии майора Сергея Косика Виктория пополнила видеоархив новым эпизодом. Дочурка Света считала дни до возвращения своего героя. В разлуке сложно, но такова работа, убежден летчик. Чувства переполняют. Фамилия? Косик. Имя, отчество? Сергей Сергеевич. Дата рождения? 5 января 81 года. Воинское звание? Подполковник. Воинская часть? 45-119. Личный номер? F-891-348. Командир, кто твой? Подполковник Федосеев. Кто отдавал приказы вылетать на территорию Украины? Приходилось свежестоящего штаба. Лично кто доводил приказ? Лично не доводили по телефону, приходили координаты, по координатам заставляли лететь. Кто по телефону доводил координаты? Старший штурман. Кто? Старший штурман. Фамилия? Блядь. Быстрее. Блин, не помню фамилию. Вспоминай. Сейчас, минуту. Блядь. С армии, старший штурман. Вернее, главный штурман. С какого аэродрома вылетал? С Курска. Когда был вылет на территорию Украины? 13 числа. Месяц, год? 13 марта. Год? 22 года. Задачи какие выполняли? Сопровождение колонны для... и по координатам летали. Что по координатам? По координатам не могу знать, потому что с большой высоты. Только что скинули два самолета, две бомбы, короче, вот сюда, и улетели. А где они летят? Еще? А вон они летят. Так это же не есть. Ну вот это они развернулись. Они так вот летели, с этими вспышками скинули. Зашли, вот там вот скинули бомбы, развернулись и уходят. Да, они, да, улетают туда, в сторону этого. Ну то сторона России. Слышишь? О, пошли взрывы, да, какие-то? А вон они скинули бомбы.